Старт игры напоминал вчерашнюю встречу нефтехимиков с командой УФА. Снова большую часть времени футболисты проводили на половине нижнекамцев. К середине первого игрового отрезка казанцы лидировали 2-0. Наши, несмотря на все старания, отыграться не смогли, зато в оставшееся время пропустили в свои ворота еще 3 мяча и на перерыв ушли, отставая в счете 5-0. Второй тайм, и снова первым номером на поле играют футболисты «Рубина». Гости стали ошибаться и несколько раз подпустили нефтехимиков к своим воротам. К огорчению для болельщиков последних, наказать казанцев за ошибки нашим ребятам не удалось. Зато «Рубин» останавливаться на достигнутом не собирался, а методично разрывая нашу оборону и нанося удары по воротам, сумел увеличить отрыв еще на 3 забитых мяча. Женя! Женя! Вот сейчас хорошо помогал, да? Гол престижа нижнекамские болельщики так и не дождались. Итог встречи 8-0 в пользу «Рубина». Мы хотели сыграть хорошо в обороне, но у нас этого не получилось. Этим я недоволен. Как игру соперника оцениваешь? Ну, играет они очень хорошо. Катают мяч быстро, раскачивают нас. Какая сильная сторона у нефтехимика? Наверное, штрафные. А у Рубина? У них все хорошо. Чисто психологически мы все равно боимся Рубина. Но время есть, будем стараться. Поэтому я не думаю, что большой трагедии произошло. Здесь главное, как раз получили какой-то опыт перед началом чемпионата. Завтра соперниками «Нефтехимика 2004» станут футболисты команды ДЮСШ «Савинова». А в воскресенье пройдут стыковые игры, завершающие турнир. Парад закрытия также пройдет 27 марта. Начало намечено на 12 часов дня.